43-летняя Виктория Исакова всегда отличалась скрытностью. Она не афиширует личную жизнь и об отношениях с супругом Юрием Морозом рассуждает очень редко. Влюбленные познакомились на съемочной площадке и практически сразу нашли общий язык. Тогда Исакова только делала первые шаги в карьере, а Мороз уже считался признанным и уважаемым режиссером. За плечами у Юрия уже был один брак. Его первая супруга Марина Левтова трагически погибла в автомобильной аварии, оставив маленькую дочь Дашу. Впоследствии многие осуждали Мороза за роман с Исаковой, которая всего на несколько лет старше его дочери Дарьи. На момент свадьбы с Юрием Виктория уже была беременна. Их дочь появилась на свет в 2003 году, но в возрасте 3 месяцев девочка умерла. Мы столкнулись с проблемой, когда люди даже не знают, почему потеряли ребенка. Они теряют ребенка до того, как понимают, что с ним произошло. Я стала пытаться сделать так, чтобы эти исследования могли проводиться у нас в России. Оказалось, что это стена, которую пробить невозможно. Какое-то время я этим занималась, потом начала заниматься благотворительным фондом, говорила артистка в одном из недавних интервью. Виктория не захотела подробно рассказывать о причинах произошедшего. Она лишь призналась, что речь шла о генетической несовместимости. В тот сложный период она с головой погрузилась в работу, и именно постоянная занятость на съемочной площадке спасла ее от отчаяния. Сейчас Виктория и Юрий воспитывают 4-летнюю дочь Варвару. Родители долго скрывали появление малышки на свет, да и сейчас они редко публикуют фотографии девочки. По словам Исаковой, наследница полностью изменила ее жизнь. Звездная мама старается проводить с Варварой все свободное время. Помимо съемок в кино, Исакова активно занимается благотворительностью. Она является попечителем фонда «Измени одну жизнь», который помогает детям-сиротам обрести семью. Одно время Виктория и сама думала о том, чтобы взять ребенка из приюта, но ее супруг не разделял ее энтузиазма. Потом на свет появилась дочь влюбленных, и через несколько месяцев после рождения Варвары вопрос встал вновь. «Мы просто поняли, что у нас нет сил на это. У нас должно было быть обоюдное решение. Я же не могу просто взять ребенка и сказать мужу, что он должен под это подстроиться», — поделилась Виктория. Исакова отметила, что сейчас считает себя в первую очередь матерью и женой, а уже потом актрисой. Она старается оградить семью от всеобщего внимания, понимая, насколько хрупкими могут быть отношения.